Кошелек Acrona Wallet состоит из двух основных разделов. Блок слева отображает статистику майнинга, количество акрон, полученное кошельком в процессе майнинга, суммарный объем средств в ноде, в которой состоит кошелек, непрерывное время работы монет на балансе кошелька, общий процент вознаграждения в месяц. Блок справа – баланс кошелька и две кнопки для завершения транзакций – «Отправить» и «Получить». Для того, чтобы переместить монеты с майнинга на баланс кошелька, нажмите кнопку «Вывести», укажите необходимое количество добытых монет и подтвердите операцию. Как мы видим, баланс в левом блоке обнулился, и добытые монеты успешно переместились в правый блок на баланс кошелька.